В Восточном Казахстане в преддверии Дня Конституции стартовали различные мероприятия. Одним из основополагающих принципов главного закона страны является общественное согласие. В этом направлении большую работу проводит Дом дружбы Центра общественного согласия региона. Подробности смотрите далее. Ассамблея народа Казахстана – важный элемент политической системы страны, скрепивший интересы всех этносов, обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, независимо от их национальной принадлежности. Задача Ассамблеи – претворять жизнь Дом дружбы Центра общественного согласия. Восточно-казахстанский Дом дружбы является первым в стране. Здесь открыто 22 этнокультурных объединения. В дружбе и согласии работают представители 105 национальностей. Всего зарегистрировано 115 этнокультурных объединений. В апреле 2018 года был принят проект «Культурное наследие народа Казахстана в Восточном Казахстане». Он включает и научные работы, и исследования фольклора, то есть направлен на сохранение культурного наследия. Главная цель этого проекта заключается в трех направлениях – проведение экспедиций на областном и международном уровне, фестивалей и затем по итогам издания методических рекомендаций. С мая мы начали реализацию этого проекта, провели несколько крупных фестивалей. По словам представителей этнокультурных объединений, Дом дружбы Центра общественного согласия проводит мероприятия по укреплению межэтнического согласия и взаимодействия, а также воспитанию в молодом поколении понимания принципов толерантности и единства. Мы сейчас находимся в данное время в нашем областном Доме дружбы народов, и второе его название – Центр общественного согласия. Вот здесь самое главное три слова в названии этого Дома дружбы. Дружба и общественное согласие. И весь творческий коллектив Дома дружбы, и все национально-культурные объединения, которые здесь представлены в нашем регионе, они все работают и все заняты над выполнением, над проведением в жизнь именно этих постулатов. Дружба, общественное согласие, мир. И нам импонирует политика нашего президента, направленная, чтобы в стране было мир, спокойствие, общественное согласие и мирное небо. Деятельность Ассамблеи народа Казахстана, Восточно-Казахстанской области и регионального Дома дружбы Центра общественного согласия направлена на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.